Раньше мы уже записывали видео про подключение коммунальных услуг на себя в Турции, но информация обновилась на этот счет. Сейчас, чтобы подключить на себя воду, газ и электричество, необходимо уже иметь карточку ИКОМЕД, то есть ВНЖ. Тогда как раньше электричество можно было подключить по паспорту, а вот с января уже нет. Поэтому, если вы сейчас в Турции и еще не подавались на ВНЖ, то вот без него придется договариваться с собственником квартиры, чтобы тот подключил коммуналку на себя до получения вами ВНЖ. Либо искать квартиру, где в стоимость аренды уже включены счета за коммуналку. Мы же расскажем пошагово, как подключить на себя абоненты света, воды и газа. Я Ова. Я Олеся. Вы на канале Turkey Space. Итак. Подключаем свет. Для начала определите, какая компания обслуживает ваш дом. Эту информацию можно найти на квитанции, она в каждой квартире имеется, и там же вы найдете сайт и телефон компании. А также ее можно посмотреть в Едивлет, просто указав свой адрес. Скорее всего, вам придется ехать в офис офлайн, так как онлайн в Едивлет первичное переоформление, скорее всего, не удастся сделать. Но можете попробовать зайти в Едивлет и там найти интересующую вас компанию и сделать все по инструкции. Вдруг повезет. Это ж Турция. Здесь святой рандом во всем. Да. Ну а если выскакивает плашка, вы не являетесь клиентом компании, то придется все-таки переть в офис. На картах Google найдите ближайший к вам офис с одноименным названием вашей компании. И езжайте туда. Для бюрократии с собой необходимо взять следующие документы. Карточка ИКОМЕД. Договор аренды, фото показаний счетчиков. Обычно счетчики находятся снаружи квартиры. Если живете в СИТЭ, это вот жилой комплекс там с охраной, со всеми вещами, то спросите на пункте охраны Данишма, если вы не наблюдаете, где находятся счетчики. Ну и четвертое, это полис обязательного страхования от землетрясений, ДАСК он называется. Его необходимо попросить у владельца квартиры. Можно, чтобы тот выслал вам прямо до WhatsApp его, им будет достаточно. И будьте готовы к тому, что нужно внести депозит, но он возвратный. Сейчас депозит уже не низкий, зависит от района и города, может быть даже 900 лир. Его можно внести сразу, а можно разбить на несколько платежей. Тогда ежемесячно будет приходить квитанция, и в ней будет вписан очередной платеж. При расторжении контракта с компанией депозит вам возвращается на карту в течение 5 рабочих дней. Ну, проверено все на самом деле так и происходит. Когда же вам потребуется отключить абонемент, это уже можно будет сделать онлайн в Едивлет. Дальше подключаем газ. В Турции действуют две системы подписки на природный газ. Это система предоплаты, ну это когда ты вносишь определенную сумму на счет и пользуешься газом. А каждый месяц система сама списывает с тебя нужную сумму. По типу вот автосписания с карты, там, по аналогии там, с РФ, да и многими другими странами. Но здесь уже не с карты, а сразу с твоего абонентского счета. И существует система постоплаты, то есть сколько использовали, столько и заплатил за глаз на пришедшей квитанции. Если живете в Стамбуле, то обслуживает город ИКДАШ. Башкенгаз в Анкаре, и Измиргаз в Измире, ну и так далее. Можно также посмотреть компанию в старой квитанции или в Едивлет по своему адресу. Подать заявку на газ можно в системе Едивлет. Действия по инструкции, последовательно отвечая на вопросы. И когда дойдете до конца, то система предложит выбрать дату рандеву. Это не значит, что нужно куда-то идти. Это значит, что в выбранную дату в утренние часы придет сотрудник компании и проверит исправность счетчиков и комби, и вручит вам бумагу об этом. Этот же работник, кстати, рассчитает тебе сумму залога, исходя из набора оборудования, использующего газ в твоей квартире. В общем, все это влияет на сумму залога. Ну и также, если система вдруг не даст возможность переоформить абонент на себя онлайн, то, ну, такое тоже возможно, это, опять же, турецкий рандом, то по принципу электричества вам придется идти в ближайший офис. Ну и также возьмите с собой тот же пакет документов, только здесь уже не нужна страховка ДАСК. И не забудьте сфотографировать последние показания счетчиков, иначе придется возвращаться. Депозит на газ может быть больше 1500 лир. Депозит также возвратный при расторжении договора. Ну и последний же рывок, подключаем воду. В Стамбуле работает компания под названием ИСКИ. В случае с водой также смотрите компанию на квитанции.
Здесь также необходимо идти в офис с тем же пакетом документов, что и для электричества. Депозит на воду составляет до 1000 лир. И также есть возможность разбить платеж на несколько месяцев. Везде потребуется турецкий номер телефона. Когда приходите в офис, подходите сразу к охраннику и при помощи онлайн-переводчика объясняйте, что хотите переоформить абонент. И охранник вас сразу направит к нужному оператору, либо возьмет вам талончик с номером очереди. С оператором также общаетесь с помощью онлайн-переводчика. Турки охотно пользуются онлайн-переводчиком и привыкли к иностранцам, уже в который раз вам об этом говорили. Если в квартире проживает несколько человек, то подключать лучше на того, у кого есть турецкая карта. Так будет удобнее и платить, и возврат депозита получать. Все это кажется вот сложным, бюрократически нагроможденным, но за день можно оформить все коммунальные услуги, даже если придется вам поездить из одной компании в другую. Все происходит очень быстро, все налажено. И первым делом лучше ехать оформлять воду, так как обычный рабочий день в этой компании, он короче, чем в газовой и электрической компании. Абоненты коммуналки оформлены на себя. Вам необходимы для получения прописки, если вы планируете продлевать ВНЖ. Ну а если не планируете продлеваться, то если собственник квартиры согласился оставить их на себе, то и ради бога. Подписывайтесь на наш канал, обратная связь в комментариях и через почту, указанную под видео. При желании вы всегда можете воспользоваться функцией «Суперспасибо», чтобы поддержать наш канал. Не забывайте также про колокольчик и ставить лайки под видео. С вопросами по поводу аренды обращайтесь на наш сайт, он указан в описании. Обняли, подняли и немножечко хрустнули, чтобы было приятно. Всем пока. До свидания.